Общий балл 19,3 балла.
Есть!
Общая база данных 19,9 балла. На втором тотальном оценке судьи 6,8, 6,8, 6,9, 6,7, 6,6. Общий балл составил 20,3. Во вторую группу проходим мальчики, возраст 14-15 лет, Ильичок Георгий, клуб ДСНК, Качанов Алексей, клуб Стартовый, Андрюшин Денис, клуб Поворот Дом, Тюзин Кирилл, клуб ДНПО, Закарин Сатрия, клуб Сатрия. Оценка судьи 6-9-7-0, 6-9-6-7-6-9. Общий балл 20,70 балла. На первое дата приглашается мальчики категория 16-17. Хаос на Дмитрий, клуб Сатари, готовится к разделению клуб Сатари. На втором тотальном оценке судьи 7-1, 7-0, 7-1, 7-1, 7-0. Общий балл составил 20,2. Для проведения второго круга соревнований среди девушек 12-13 лет приглашается Енкина Анастасия, клуб Сибай. Готовится Рогова Вероника, клуб Сатаря. Во втором круге соревнований, приходит все 4 спортсмена. Кат. Нансоны. Есть. Кат. Оценки судьи. 6-7, 6-9, 6-9, 6-8, 6-9. Общий балл 20,6 балла. На первое задание приглашается вторая линия клуб Сатари. Готовится Муранов Егор, клуб Муранов. Категория 3 человека. Это так и приглашается.
Thank you.
6 и 7. Общий балл составил 20,5.
Общий балл составил 21,2.
Готовится к полному месту. Гад! Гад, кто на ней! Есть!
На первое этапе продолжается Мурата Пилькова, который готовится к августу 3-й, но в стартовый. Got it.
7.